Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники и олуха. 14 день, 500 тусклого янтаря. Забираем сегодня. Ну что, надеюсь, сегодня есть у нас событие. Давай-ка посмотрим сразу же. Хитрые против стремительных, отлично. И угроза, драконий корень, рост. То есть два события сегодня. Слушай, это хорошо, я его зашел. Так, ну, прежде чем приступать к прохождению событий, мы должны забрать наши награды. Так, 79 рун, 3 топорика и еще топорик, 4 топорика. Это, кстати, очень круто, ребят. Так, отправим его чуть-чуть попозже. Давай вначале здесь соберем все. Так, 313 железа он хочет для того, чтобы прокачаться на 106 уровень. Это именно наш водорез. Перебьется, пока. Пока он перебьется. Невероятно. О, еще 15 рун. Спасибочки большое. Руны нам нужны. Нам нужно много рун. Так, а ты-то, парень, у меня готов полетать? Готов. Тогда лети. Так, ну что, сарделька, грустишь там стоишь? Тусклый янтарь, да? А нет, смотри-ка, брошку дали. Заколку, точнее. Давай, нападение, лети бесплатно. Барсик, лети. Готи. Кривоклык, что дашь? Руны. Спасибо. Позаботься о яйце, бесплатно. И Грамгильда. Ну, тут, как всегда, тусклый янтарь. Тоже отправляем ее. Останьтесь, войдите. Останься. Ну что, здесь вроде бы все, да? Здесь разобрались. Так, посмотрим, что у нас тут на торговле. И больше, в принципе, ничего. Так, Беззубик, ты у меня... Ты у меня без дела не останешься. Ну что, отправляем его в путешествие. В прошлый раз, ребят, я зашел и нажал вот сюда ничейное путешествие. И 259 рун потратил. Поэтому надо быть предельно аккуратным со своими желаниями куда-то тыкнуть. Так, сезон. На рынок. А он еще не закончился? Я думал, он уже закончился. Нет. Все еще продолжается. Так, здесь забрали. Может быть, нам хватит на один пак еще, а, ребят? Ну-ка, о да. Должно же хватить, насколько я помню. Так, награды. Угу, 500. 1135. Слушай, я могу взять вот еще один пак. Давай, купить. Рыба, древесина, древесина, 20 рун. О, да. Ребятушки, 125 рун. Итого нам нужно еще, знаешь, сколько? 140. 140 рун, и мы с тобой покупаем нового наездника. Так, Рыкошмык, а почему ты у меня сидишь тут и не прокачиваешься? Подожди секундочку, займемся чуть позже. Так, Громилет. Обучить. Слушай, может быть, нам его обучить? Давай-ка отправим его тренироваться. Пускай летит. Так, премиум брюхоглот. Лети-ка за древесиной. Ну, а ты, наверное, полетишь у меня за рыбой. Так, здесь... На... Подожди, что... А, древесины не хватает. Сейчас будет тебе древесина. Сейчас ты у меня побежишь на тренировку. Сотка, ребята. Просто соточку он мне принес. Крутой чувак. Круто, он теперь нам добывает железо. Кревет. Так, подожди-ка. Блин, ну беспонтовый ты какой-то. Я не знаю, что с ним делать. Я надеюсь, сегодня мы нахапаем очень много ресурсов. Так, кстати, ужасное чудовище хочет потренироваться. Блин, а этот-то у нас станет титаном или нет?
Фигушки, он сопротивляется до последнего. Он не хочет просто переходить. Блин, древесины не хватает. Лети. Так, здесь 70 железа. Вообще классно. Сколько ты требуешь? 600? Ну понятно, у нас этого нету столько ресурсов. Но еще раз повторяю, ребят, что скорее всего мы сможем насобирать весночес. Давай, иди. Так, это древесину нам принес. Потому что два события, сам понимаешь, ресурсы должны просто рекой течь. Модификрылка. Лети. 100 лямов приносит, прикинь, фейерверк нам. 100 лямов. А если мы его еще прокачаем? Прикинь, как раз тютелька в тютельку. Иди, тренируйся. Так, ну а ты что нам дашь? Давай, руны, руны. Блин, какой-то вшивый пак, а. А что по итогу нам даст? И сколько? 3. Насмешил, блин, а. Ладно. Отправляем его тогда в приключение. Он у меня не вылезет из этих приключений, пока не принесет мне нормальную награду. Так, ну что, зеленая смерть, беги дальше там добывай. Ты-то что мне тут принес? Куда мне вот эти вот мухоморы нужны? Я не знаю, у меня их уже там, наверное, немерено просто. Ну что, получается, мы всех отправили, да? И можно идти на события или что? Ах, да, блестящий янтарь. О, еще две штучки. Так, загадочный пак. Лаварык, крылатый ужас, чудовище. Чутка ресурсиков. Так, ну что, давай тут посмотрим. Престиголов, ужас, шторморез. Блин, шторморез до сих пор еще не прокачался у нас. Ну что, заберем свои последние, так сказать, наградушки. Ну давай, 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 не жмись. И... Так, мы получаем пак необычный. Крылатый ужас. Ну, я, ребята, его отпускаю. Он у нас есть, поэтому он нам как бы не нужен здесь. Ну вот, вроде бы теперь точно все. Покормить. И обучить. Хватит у меня, хватит. Ну что, скалотряс полетел тренироваться. Этих мы тогда тоже... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Этих тогда мы тоже отправляем на поиски. Пускай летят, добывает. Так, с паком. Последний пак у нас, кстати, здесь. Все, надо набивать. А здесь у нас древесина. Заберем, пускай будет. Ну что, события. Начнем, пожалуй-ка. Хитрые против стремительных. Кстати, я тебе скажу, что если мы сегодня пройдем, мы прям сегодня откроем нового наездника. Вау. Ну что же, это хорошая мотивация на сегодня. Кто у нас там? Не вижу. Какие-то сосунки. Тем более они все у нас синие. А синьку мы обожаем бомбить. Потому что это хитрые, а у нас, ребята, стремительные. А именно Барсик и... Шторморез. Это именно они у нас стремительные. Так, ну что, кусаем. Барсик, почему так слабо его бьешь-то?
непонятно лично, почему так слабо бьешь его. У тебя как бы классовое преимущество перед этим драконом, но ты очень слабо бомбишь. Может быть, да и уровень, в принципе, не такой слабенький. Так, подожди-ка, а с какого вдруг перепуга здесь... Тут же написано «хитрые против стремительных». Объясни мне, почему здесь взялся стремительный? Когда должен быть хитрый? Ладно, пускай будет так. Нам главное событие это пройти и все, ребят. Я куплю розу ветров. По-моему, так звать дракона, да? И наездник у нас появится. Ну что, вот и колесо. Ты смотри-ка, опять нам выпадает с тобой пак необычный. Плюс загадочный. Все это у нас вылетает на почту. Так, здесь поединок. Кстати, вот этот вот пак тоже хороший, потому что в нем очень много ресурсов. Кто там у нас? Кревет плюс... Угу. Дымодышащий, да? Поехали. Мне больше всего нравится, что здесь по две волны. Не такие уж долгие битвы получатся. Опа, и не попал. А так тебе и надо. Ну что, родной, добьешь? Красавчик. Последняя волна. Угу. Два змеевика. И они тоже у нас хитрые. Ладно, хитрецы. Разговор будет короткий. Блин, сейчас начнут опять своими фаерболами бомбить. Промахнулись. Понизили мне атаку. Это не есть гуд. Быстро прошли, кстати. Ну, очередное колесо. Выпадает нам 187 миллионов рыбы. Вот это уже хорошее, ребят, подспорье. И пак. А пак, по-моему, он идет все-таки у нас на почту. Да, на почту. Так, следующий у нас опять обычный поединок, после которого мы забираем с тобой ареновский пак, который будет содержать элитных драконов. Кто у нас тут? Ну что, начнем, наверное, с шепота, скорее всего, да, в первую очередь. С крылатым ужасом чуть-чуть попозже разберемся. Блин, как шторморез бомбит колоссально, а? Еще при этом понижает броню. Вот это мне нравится. Давай еще разок так же. Бамс. Ты промахнулся. Опа, их уже трое здесь. Ладно. Что-то мне это совсем не нравится. Давай так, наверное, сделаем. Плюс отхил. Блин, какой ты кривоклык. Вот тут против хитрых он, конечно, очень слаб. Не может он добить. Ну, что ты лезешь? Ну, это хорошо, что так делать. Он может вообще, ребята, делать заморозку и тем самым замедляет наших драконов. Так, промахивается. Твою дивизию, а. Давай тогда подлечимся чуть-чуть. Ну, в принципе, все, он не жилец. Мы его сейчас запинаем. Так, ты посмотри, нам выпадает плод мудрости. Это неспроста. Ну что, пак в карман? Или он сразу открывается, по-моему, да? Шторморез, блин, ну чуть-чуть не хватает, а? Лаварык, чудовище, душитель, древоруб, шепот смерти и барсик. Давно он, кстати, нам не выпадал. Ну что, ребята, мини-босс впереди у нас. Так, сколько? Две волны. Поехали. В принципе, они все одинаково получают урон.
Уровень у них 16. Блин, слушай, мне не очень нравится. Они вдвоем ходят, потом у нас будет одно действие на отхил. Вот так вот я сделаю. Блин, как ты кривоклык бомбишь, а? Мало. Слушай, мне нравится, сейчас кто-то сейчас сделает какую-нибудь пакость, да? Слушай, нет. Я даже немножко сам удивлен. Я думал, будет намного хуже. Так, я остался один. Вот, вот он все-таки сделал. Все-таки он сделал. Он... Так, если мы, например, здесь укусим, хильнемся. Блин, у нас еще и замедляха. Вот что самое противное. Замедление повесил. Ну, а вот у нас и мини-босс. Это крылатый ужас собственной персоны. И они все втроем ходят, да? Молодцы. Ну, что у нас тут? Мы можем потратить грушу. Вот сюда. Поехали. Такс, ну что, этого мы, в принципе, должны будем уничтожить. Понижение атаки. Промахнулся, это хорошо. Ну. Так, добьешь, надеюсь. Так, ну что, шансы у нас на победу здесь есть. Опять же, без трат не обошлось, как ты понимаешь. Так, залечим. Давай, бомби его. Кривоклык, бомби, пожалуйста. А то я знаю, он может, ребята, этот пробафаться или еще что-нибудь в этом роде. А этот все понижает мне атаку. Ну вот и все. Древесинка. Отлично. 600 миллионов дерева. Ну что, переходим на последний поединок. На последний поединок, друзья. Опять же, две волны. Ну, что я тебе могу сказать? Так, это у нас мини-босс получается. Начнем с шепота, как всегда, по традиции. Еще утворяет. Барсик, добей его. Красавчик ты мой. Да, ребята, вылетела игра на последнем поединке. Она знает, как огорчить тебе. Самое обидное не в том, что вылетело, а то, что нам придется потратить теперь рун 65 штук, насколько я помню, для того, чтобы переиграть этот поединок. А эти деньги, эти руны нам очень нужны. Твою налево, а. А, подожди-ка, подожди-ка. Продолжить, да, продолжить. Так вы сказали продолжить, ё-моё, блин. В поединок должен же был войти. Трындец. То есть они все равно у меня отняли, да, энергию? Так, все равно я буду на своем настаивать. Слушай, подожди, а ведь руны у меня не забрали, получается, да? А, так они руны и не заберут, потому что... Слушай, мне не нравится такой расклад дела. Будем хилять его? Будем. Блин, они еще усиленную атаку, усиленную защиту себе влепили. Зашибись, ребятушки, вы тут живете, я скажу. А этот своими фаерболами мощными бомбить будет. Смотри, что творит, а. Давай залечим раны. Так, это только мини-босс. Бусик-то еще главный впереди будет. Да.
Шторморез очень хорошо бомбит. Ну что, уничтожаем? Ага, вот у нас кто босс. Шепот смерти собственной персоной. Да хорош уже, а. Блин. Ну ё-моё, ну кривоклык, ну... Я просто боюсь, сейчас он сделает суперудар, и все, и тут полежит у меня отряд. Смотри, он ускорение себе сделал и повышенную атаку. Так, я, наверное, вот так все-таки бомбану сюда. Ну что, он остался один? Ты серьезно? Фига себе ты. Да, без пробития брони, ребята, тут как-то будет слабо, тяжеловато. Нормально так влупил, да? Ну если он сейчас бомбанет еще. Да ты посмотри, как жарит, а. Эй, а тебе... А, ну у него ускорение было, поэтому он быстро очень так переходит к нему ход. Да ты серьезно? Есть! Все, друзья мои. Событие пройдено. Ну, рыбка, отлично. Так, ну самое главное, что мы забираем 200 рун. Вот что самое главное для меня, ребята, 200 рун. Так, я прям вот уже бегу, мне не терпится купить себе наездника. Так, подожди, а где он? Здесь, насколько я помню, да? Ну что? Конечно, купить. Сколько? А, еще выводиться, наверное, будет? Нет, сразу. Разместить. Блин. На острове нет свободного места, дракон помещен в ангар. А наездник-то? Забрать 200 рун. Роза Ветров была крохой, когда я ее нашла. И теперь мы с ней неразлучны. Так, чтобы разместить Розу Ветров, на ее насесть. Блин, еще 150 железа пришлось потратить. Так, ну что, ребята, надо качать. Надо качать. Подожди, а для того, чтобы... У нее вообще тут будут какие-то события или еще что-нибудь, или нет? Пока непонятно. Так, слушай, у меня где-то на острове же эти еще были. Которых я так и не докачал, кстати. Вот он. Потихонечку будем его прокачивать. Блин, у нас места нету, к сожалению, в академке. Так, у нас еще здесь паки есть. Давай смотреть. Сокровища плевать. Так, это рыба, руны и янтарь. Ну, на этот раз, конечно, слабоватый был пак. Загадочный пошел. Шепот смерти, кревет, древоруб. Окей. Так, и последний. Это у нас необычный набор. Тайфумеранг. Отпускаю я его, потому что он у нас есть. Отпустить. Так, ну что, друзья, давайте отправлять за железом, потому что у нас накопилось достаточное количество, что я могу позволить. Так, ты сколько там приносишь нам? Железо 70. А где у нас тот, который соточку-то приносит? Вот. Вернись. Полетел. А этот у нас за рыбу. Ай, красота. Добывать железо. Да, поручил.
Так, что у нас там? У нас древесина, по-моему. Нет, ничего у нас тут нету. Вот так. Ну что, пойдем тогда на следующее событие. Так, открываем и смотрим. Это у нас угроза драконий корень и рост. Как ты видишь, 4 дня будет действовать это событие, а значит, что оно будет очень-очень длинным. Так и есть. Ну что же, поехали. Сразу же мы после этой битвы забираем 50 рун. А вот теперь сижу и думаю, куда нам теперь копить руны? Я уже привык их копить, что даже не знаю, на что бы их потратить. А блин, лаварык. Два лаварыга, два стража получается, да? Защитники. Тут только нормально будет у нас кривоклык себя чувствовать. Потому что у него как бы классовое преимущество против стражей. А вот эти вот два ребенка, два дракончика будут себя не очень комфортно чувствовать. Ну, слава богу, лаварык, он не такой уж сильный. Поэтому думаю, что мы все-таки здесь разберем их. Ну, что ты там задумался? Вот так вот, да? Да, твою налево, думал, сейчас добьет его. Так, вторая волна. Ну, это уже получше будет. Это у нас хитрый. А вот этот-то... А этот-то жук нам здесь не нужен. Он что у нас делает? Он у нас отравляет. Он вешает отравление. Тот же самый ветрокрыл. Те же самые повадки, ты заметил, да? Бьет, отхиливается. Да это, наверное, сородище его. 100%. Вот и все. Так, еще рыбу получили. Я тебе говорил, что будет приличное количество ресурсов здесь у нас. Плюс 50 рун. Насколько я помню, если там посмотреть по карте, там еще есть наездники. Только нужно открывать эту территорию. Вот, скорее всего, мы с тобой займемся открытием территорий. Потому что у нас уже нет места, куда ставить драконов. А драконов у нас уже приличное количество. Так, ну что у нас тут? Давай, наверное, с этих начнем. Хотя... Ладно. С тройных ударов будем начинать, потому что они сейчас тут нас начнут бомбашить. Что-то мне это не особо нравится. Минус один. Так, слушай, сейчас... Фу, это хорошо, что он сделал, ребят, фаербол, потому что иначе тройной удар бы сделал свою массовую атаку. Кстати, здесь всего лишь одна волна. Удивительно. Кусаем. Опять музыка у нас исчезла куда-то. Ну что, делаем отхил на всю команду. И добиваем. Ну, что-то маловато вы как-то дали нам. Дерево-то здесь, судари. Что так поскромничали? Какое-то вот начало нудное, да? Тут дают обычный загадочный пак, там потом дадут тусклый янтарь. То ли дело в самое-самое начало. 50 рун, потом давали бы 100, потом 200, 300. Вот это было бы круто. Так, ну что, вернулось у нас количество в две волны. Потому что предпоследний поединок у нас был всего лишь одна волна. Так, лаварых, не дергайся, пожалуйста. Так, кусанули. Сразу понижаем броню, чтобы нам было проще и быстрее его разобрать. Сейчас, наверное, защиту будет ставить, скорее всего. Но, я так и думал. Но это ему не помогло. Так, здесь у нас что? Два змеевика. И плюс... Громобой. Но этот громобой обычный, плюс он идет еще как страж. Надеюсь, особой атаки от него не будет, мощной. Это ерунда, что он там заблокировал. Так, добил.
Он красный, да? А давай я вот так вот сделаю. Пускай он на нас поиграет. Так, а теперь давай сюда. Здесь понижение брони. Добьешь, Ханурик? Молодец. Ну и мы тоже добиваем. Ну, уже получше, получше. Древесиночка нам выпадает. Так, ну что, забираем загадочный пак. И у нас еще два поединка. То есть, получается, мы дойдем до 700 тусклого янтаря. Блин, надо как-то нам дракона этого поставить, которого получили. Так, попробуем вначале костолома ушатать, а потом уже займемся душителем. Слабок, пока две волны, можно расслабиться. Барсик фас. Ать, что он сделает? Я на самом деле думал, он сейчас массовую атаку бомбанет. Ну давай, пыхти, пыхтун. Просто укус. Сделал простой укусик. Так, громорок. Так как он хитрый, поэтому мне кажется, выгоднее его начать уничтожать. Ну, а теперь можно спокойненько и костоломом заняться. Вот это ты зря, конечно, сделал. Усиленную атаку себе поставил, прикинь. Сейчас допрыгается. Барсик фас. Ну, вот и все. 75 миллионов дерева. Ладно. И заключительный на сегодня поединок у нас. 700 тусклого янтаря получим. Так, музыка опять нас покинула. Я вижу, здесь у нас хитрые стоят. Поэтому давай-ка начнем с него. Древоруб, конечно, мне тоже не очень нравится. Точнее, ребята, это не древоруб, это парящий прихвостень. Вот так вот сделаем. Заодно хильнем немножко нашего кривоклыка, кто ему досталось. Блин, он его бомбит. И вторая волна заключительная. Опять громорог плюс скала. Такое впечатление, что мы барсика потеряем здесь. А может и нет. Так, сейчас они вдвоем тут разыграют партийку. Этот промахнулся шикарно. Давай, наверное, сделаем вот так. Все равно у нас идет отхил. Так, сейчас будет разбег. Ну, у него не разбег, у него вот так вот, ребят, получается. Он подходит и своим хвостом оглушает. Но в любом случае у нас победа. Рыба, 75 лямов. Мало, очень мало. Тусклый янтарь забираем в размере 700 штук. Теперь смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребята, еще два раза придется заходить в эти бои, чтобы пройти полностью это событие. Так, монеты Одина. Чудовище, душитель, древоруб. Ну и чутка на ресурсов. Так, мы, знаешь, что можем сделать? Ну, я не знаю, получится или нет. И как-то это повлияет. Если я уберу этот камень, все равно места не будет, да? Достаточно. Вот здесь вот как-то ни к силу, ни к городу все это стоит. Да? Как-то вот... Лоба. Почему лоба у меня... Понятно.
Мне кажется, что парящего прихвостня можно отсюда убирать. Это что скажешь? Или кошмарного пристеглого? Давай мы, наверное, его... Блин, а я не смогу убрать. Да, ангар переполнен. Просто переполнен. Вот, смотри, вот здесь вот у нас еще есть. Но тут нужно расширять. Это 4350 викингов нужно. Только после этого... Кстати, вот тут вот камни можно было бы удалить. Твою налево. Если бы вот этот мы убрали бы, у нас хватило бы здесь места для... А нафиг нам нюхак? Дыра бы убрать и никак. Блин, если честно, я думал, что он будет у нас... Ну, путешествовать. Роза ветров. А он нифига у нас не путешествует. То есть, как бы наездник есть. Но такой тихий наездник. Так, тут какая-то арена. То есть в данный момент я вижу вот здесь вот только вот. А еще где-то у нас был наездник Эрит. А где вот он находится, я не помню, ребят. Вот здесь что ли, нет? Не помню, ладно. Давай набьем себе три пака, потому что у нас вообще ничего нету. А нам нужно что-то открывать. Так, 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 так. Вот этот, конечно, не особо мне симпатизирует. Рыкошмык или как-то там. Блин, вот бомбит, а. Как сумасшедший. Че, опять барсика будут наказывать? Ну, конечно же. Бедный барсик мой постоянно в немилость попадает, а. Добивай, красавчик. Так, давай начнем тогда. Не начнем, а продолжим уничтожать. Вот и все, и нету барсика. Допустим. Кстати, у него полностью забита шкала. И он может в любой момент суперудар сделать. А у него, по-моему, жесткий суперудар, насколько я помню. Так, удвоение энергии идет. Сразу понижаем защиту. Все, следующий бой. Точнее, следующий удар ему не пережить. Вот так. Ну, здесь у нас Громорог, наверное, будет самый первый, да? Кого мы начнем истреблять. Твою налево, мне не нравится вот этот вот. Что-то они как-то круто начали у меня шторморезом его бомбить. Тебе так не кажется? Что-то с перебором с каким-то. Давай-ка попробуем хильнуться. Сейчас влупит, наверное, да? Так и есть, блин. Жесть какая-то. Ты посмотри, что от барсика осталось. От барсика почти ничего не осталось. Такс, поехали. Сейчас будет фаербол свои поливать. Да. Моего барсика просто снесло, как будто его здесь и не было. Ну, я-то отомщу за него. Понижаем броню и делаем прокус. Ну что, я, наверное, думаю, начать надо... Ужаса. С этим разберемся чуть позже. Раз, два. Барсик уничтожит его. Если доживет, конечно. Да должен дожить. Так, ну ты что лезешь? Ай. Да. Ну, барсик, как всегда, ребят. Он у нас как жертва. Постоянно его все бьют, мучают. В кого? Нормально. Ну что, делаем отхил. Соответственно, укус. Сейчас будет опять разбег свой делать.
Сейчас будет делать свой разбег. Пхе. Сосунок. Ну, в общем, все, ему крышка. Так, ну что, ребята, мы с вами получили два обычных пака плюс один редкий. Так что открывать будем редкий. Ну и, конечно же, пак вождя. Костолом, громобой, древоруб, чудовище, кревет, вострозуб, водорез и сарделька. И ветрокрыл. Вот так вот. Вот такая у нас, друзья, сегодня получилась игра. В принципе, я доволен. Я доволен. Ну, а я буду закругляться именно на этой ноте. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.